Пешеходный переход – не залог спасения. Поэтому, переходя дорогу, человеку нужно быть бдительным и осторожным. Это повторяют и инспекторы ГИБДД. На днях они провели профилактическое мероприятие «Юный пешеход», где как раз напомнили и водителям, и пешеходам о правилах дорожной безопасности вблизи нерегулируемых переходов. За этот год уже зарегистрировано 4 ДТП с участием детей-пешеходов. Причем 3 из них произошли именно на переходе. Основная причина – незаметность людей в условиях плохой видимости. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения. Снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Уважаемые пешеходы, во избежание трагедии переходите проезжую часть по пешеходным переходам. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости используйте одежду со световозвращающими элементами. Инспекторы ГИБДД надеются, что подобные акции заставят автолюбителей более внимательно следить за дорожной ситуацией, когда поблизости от них оказываются дети. Да и сами школьники будут аккуратнее на дорогах. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.